Один из важнейших этапов выращивания картофеля в плане защиты и получения качественных клубней – это предпосадочная обработка. Существует достаточно много препаратов для предпосадочной обработки, но форвардами нашей компании и предпочтениями многих производителей картофеля являются препараты Vibrant Stop и Uniform. Я хочу обратить ваше внимание, как проявляют себя эти препараты и как они влияют на качество картофеля. У нас тут такой небольшой антураж, да, так, реквизит, так сказать, который поможет нам это продемонстрировать. Первое, что обеспечивают нам препараты для предпосадочной обработки, это контроль болезней. На примере корневой системы мы ее специально погрузили в такой прозрачный аквариум, чтобы было видно, насколько она чистая, здоровая и не повреждена никакими болезнями и вредителями. Насколько развиты корневые волоски и насколько она даже в конце вегетации выглядит здоровой и обеспечивает питание и защиту клубней. Наш урожай, собственно говоря, говорит сам за себя. Мы видим достаточно ровные фракции картофеля. Вот так вот. Мы видим чистые, здоровые, неповрежденные клубни с хорошо сформированной кожурой, хотя нашему картофелю до конца вегетации еще практически целый месяц, а то и больше. И даже на этом этапе препарат продолжает защищать клубни и обеспечивать качество урожая. Препарат Uniform обеспечит вам высокое качество картофеля. А препарат для предпосадочной обработки клубней Vibrant Stop обеспечит тройную защиту от болезней и вредителей картофеля.